Вчера Петру Чернышову исполнился 51 год. Коллеги фигуриста посвятили ему трогательные посты в социальных сетях. Дочь Анастасии Заворотнюк не стала же публично поздравлять мужа мамы с днем рождения. Сегодня утром Анну засыпали вопросами, почему она не поздравила Петра Чернышова в личном блоге. Видимо, подписчики ждали от девушки каких-то трогательных слов. Но, как известно, дочь актрисы предпочитает не выставлять частную жизнь на показ. «А почему должна была?» — коротко ответила Анна на дерзкие сообщения.